Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Я приехал в район Верхний Уба. Тут продается в люксовом проекте 4 квартиры от собственника. Проект только сдан в эксплуатацию. Здесь вся инфраструктура. Вот такой красивый проект. Состоит она из 3 блоков. Вся инфраструктура находится в блоке С. И 4 квартиры у нас в этом блоке. Расстояние этого проекта до воды 1500 метров максимум. Рядом есть школа, сеть магазинов метро, Аланиум торговый центр, больница и тому подобное. Можете пробить по карте Google район Оба. Так, у нас здесь зона барбекю, огромный бассейн с аквапарком, вход с той стороны. Так, цены на квартиру 1+1, у него, значит, на первом этаже, на втором этаже и на третьем этаже. Цены начинаются от 70 тысяч евро на 1+1. Есть генератор, детская игровая площадка. Сейчас глянем. Вот такой огромный бассейн с водопадами, фонтанами. Сейчас я открою. Охрана, консьерж. Все есть. Айдат, наверное, будет где-то 40-50 евро. Здесь у нас открытый бассейн. Тут хамам. Душевые кабинки. Римская парная комната. Сауна. А здесь что-то за комната. Наверное, зона отдыха. Да, зона отдыха. В этой стороне у нас детская игровая комнатка. Вот. И тут у нас фитнес. Там. Так что есть кинотеатр. Как именно кресло. Да, с телевизором. Уба Voyage Garden называется у нас проект. Откроем лифт. Да, вот королевский лифт, который не открывается до конца. Да, вот зеркальце. Сделали, как в этом Vaxupi Residence, такой же, но зеркало покрасивее. Интересный лифт. Вместимость 6 человек. Поднимаемся на первый этаж. Так, дорогие зрители, на первом этаже ключи вроде не нашел. Нашел на втором этаже, он как третий. Квартира номер 7. Тут цена уже 75 тысяч евро. Одну из этих квартир хозяину нужно продать. Здесь у нас прихожая. Первый санузел. Тут спальня. Сейчас отмерим, сколько квадратных метров. Девять целых шестьсот. Сюда устанавливается шкаф,
То есть кровать в эту сторону стоит, шкаф. У нас вид с окна. Сторона здесь восточная. А тут у нас гостиная, совмещенная с кухней. Угу, вид на горы. Но здесь когда-то что-то еще построят. Жилая площадь у квартиры где-то 45-48 квадратных метров с балконом вместе. Так, ой, вид и балкончик. Сейчас поднимусь я на верхний этаж и покажу еще одну квартиру. Продаются 4 квартиры в этом проекте. Итак, поднялся я на 4 этаж. И вот у нас вторая квартира, которая смотрит на север и восток. Здесь спальня. Ну, восток, да. Это сторона восток. Почти 10 квадратных метров. Здесь санузел. И гостиная, комната, совмещенная с кухней. Термопакет, окна алюминиевые. Пластик, каучук. Нет, не алюминиевый, а каучук. Так. Вот такие у нас потолки здесь. Какой-то вид на гору у вас останется. Здесь что-то буду строить. Все, дорогие зрители. Цены на квартиру начинаются от 70 тысяч евро. Чем выше этаж, то на 5 тысяч евро дороже. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. Всем пока-пока.